Новая водоочистительная станция стала предметом гордости Нарвы, ведь ее строительство – это многолетний труд, в результате которого там были установлены новейшие технологии, современное оборудование и несколько степеней очистки. Прежде всего, необходимо поблагодарить за эту работу и большие усилия в достижении этого результата наше нарвское предприятие «Нарва-Веси». Также много было сделано со стороны города, исполнительной, законодательной власти. Я поздравляю нарвитян с этим событием. Я поздравляю всех с тем, что пьем мы чистую, безопасную воду. И уверен, что немногие города могут похвастаться такой водоочистной станцией. Несмотря на то, что официальное открытие водоочистительной станции было запланировано на октябрь, большинство жителей Нарвы уже успели оценить новые качества воды, поскольку станция заработала еще несколько месяцев назад в тестовом режиме. Испытания прошли успешно. Я бы назвал это проектом все-таки века, потому что 10 лет, объемы большие, как денежные, так и строительные. И, конечно, очень радостно можно сказать о том, что проблемы с нарвской водой должны быть решены. Открытие водоочистительной станции, которая является одной из лучших в Европе, характеризует завершение 12-летней работы. За это время были реконструированы канализационные и очистительные сооружения, построены водные и канализационные сети для частного сектора, а также проложены 43 километра водных и канализационных магистралей. По деньгам мы смогли освоить более 75 миллионов евро на эти проекты. Если в эстонских кронах, то это более миллиарда эстонских крон. Реализация столь долгосрочного проекта была бы невозможна без активного содействия со стороны Европейской комиссии, поддержки Министерства окружающей среды и Министерства финансов, а также Центра инвестиций в окружающую среду. Все это дало городу и каждому его жителю возможность пользоваться чистейшей по европейским стандартам водой. Сергей Дедыкин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.